В минувшие выходные рабочая группа во главе с Борисом Гонцовым проинспектировала здание бывшего краеведческого музея Каспийска. По поручению главы города теперь здесь будет располагаться российское движение детей и молодежи «Движение первых». В помещении произведут современный ремонт, демонтируют лишние конструкции и оборудуют с учетом вида деятельности данной организации. Помимо этого, будет приведена в порядок в соответствии с нормами прилегающая территория, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен откидной пандус и поручень для беспрепятственного перемещения в подъезде и обеспечена доступная среда в пешеходной части. Фасад здания освободят от кабельных линий. Отметим, что реализация данных работ проводится в рамках программы комплексного развития молодежной политики на территории городского округа. Далее рабочая группа направилась в Дом детского творчества. Комиссия в составе представителей ЖКХ, Зеленого города и других структур проинспектировала территорию. По итогам встречи было решено облагородить данный участок, установить фонари, нарисовать пешеход, зебры и многое другое.